красивая. Ребята, пойдем со мной. У меня есть идея. Хочу я быть маленькой принцессой, обаятельной принцессой. Наряд достану, красивой очень стану. И увидишь скоро ты, будут сбываться все мечты. Я могу быть могу принцессой. Посмотри, я уже принцессой стала. Вот все, о чем мечтала. А еще принцессе нужны красивые туфли. Пойдем со мной. Хочу я быть маленькой принцессой, обаятельной принцессой. Я туфли достану, красивой очень стану. И увидишь скоро ты, будут сбываться все мечты. Я могу. Я могу, да. Быть могу принцессой. Посмотри, я уже принцессой стала. Вот все, о чем мечтала. Принцессе нужно нанести макияж. Хочу я быть маленькой принцессой, обаятельной принцессой. Накрашусь срочно, прекрасной стану точно. И увидишь скоро ты, будут сбываться все мечты. Я могу быть могу принцессой. Посмотри, я уже принцессой стала. Вот все, о чем мечтала. А теперь мне нужны драгоценности. Хочу я быть маленькой принцессой, обаятельной принцессой. Украшения надену и выйду я на сцену. И увидишь скоро ты, будут сбываться все мечты. Я могу быть могу принцессой. Посмотри, я уже принцессой стала. Вот все, о чем мечтала. О, моя милая, что такое? Ладно, давай все исправим. О. О. Да, так намного лучше. Теперь ты настоящая принцесса. Я могу быть могу принцессой. Да. Посмотри, я уже принцессой стала. Да. Вот все, о чем мечтала. Да. О, нет! Ах! О, малыш Саша, у тебя икота! Не волнуйся, такое происходит с каждым. Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты икаешь, ты икаешь, ты икаешь, но это все пройдет. Давай попробуем попить воды, милый. Ты все еще икаешь, малыш Саша? Ик! О, нет, вода не сработала. Ты икаешь, малыш Саша? Ик!
Похоже, что да. Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты икаешь, ты икаешь, ты икаешь, но это все пройдет. Я знаю отличный способ заставить икоту уйти. Глубоко вдохни и задержи дыхание. Икота прошла, малыш? Ты икаешь, малыш Саша? Мы тебе поможем. Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты икаешь, ты икаешь, ты икаешь, но это все пройдет. Если хочешь избавиться от икоты, малыш Саша, надо чего-то сильно испугаться. Да, это сработает. Ты все еще икаешь, малыш Саша? Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты икаешь. Я не слышала, как ты икнул, малыш Саша. Я тоже. Попробуем снова. Ты икаешь. Икота прошла! Да! Икота вдруг твоя прошла, мы счастливы теперь. Не икаешь ты, не икаешь ты, не икаешь ты, теперь играть пошли. Ну вот, больше ты не икаешь, малыш Саша. Да! Да! Была икота у тебя, но ты совсем не плакал. Храбрость проявил, храбрость проявил, храбрость проявил, икоту победил. О, дорогой! О, нет! Опять все сначала! Бу! Ой, мой зуб! Что же, что же, что мне делать? Зуб шатается. Что же делать? Это правда, мне не нравится. Да, твой зуб шатается. Хочет он упасть, но вы
спасатели, нужна ваша помощь. Давайте работать вместе! Команда, мы с тобой, и каждый из нас тут герой. Вот спешим на помощь мы, спасатели всем нужны. Днем и ночью это точно будем вместе мы! Огонь, помоги! Ведь брось никак нельзя, вместе мы друзья. Прибыли пожарные, огонь тушить. Воду я из шланга буду лить, лить, лить. Да! Брызги полетят, тушить огонь они хотят. Спасатели нужны всегда. Да! Спасатели, скорее! Нужно поймать плохого парня. Давайте работать вместе! Команда, мы с тобой, каждый из нас тут герой. И вот спешим на помощь мы, спасатели всем нужны. Днем и ночью это точно будем вместе мы. Плыть врозь никак нельзя, вместе мы друзья. Не страшна преступность, победим ее. Вора мы поймаем, взял он не свое. Вот и полиция, брать чужое никак нельзя. Поможем мы всем всегда. Да! Спасатели, помогите, тут кто-то ранен. Давайте работать вместе! Команда, мы с тобой, и каждый из нас. И вот спешим на помощь мы, спасатели всем нужны. Днем и ночью это точно будем вместе мы. Плыть врозь никак нельзя, вместе мы друзья. Скорая приедет, чтоб спасти всех вас. Вы мне помогите, больно мне сейчас. Да! Здоровье проверим мы, тревоги тут не нужны. Поможем мы всем всегда. Да! Спасатели, случилась авария. Пожарная служба готова. Да! Полиция тоже готова. Вперед, спасатели, вперед! Давайте работать вместе! Команда, мы с тобой, и каждый из нас тут герой. И вот спешим на помощь мы, спасатели всем нужны. Днем и ночью это точно будем вместе мы! Быть врозь никак нельзя, вместе мы друзья. Да! Это ты натворил? Нет. Ты уверен? Только правду ты скажи, нам скажи. Быть честным очень важно, знаю я. И если правду скажешь нам, все хорошо, спасибо, что сказал правду. Ты не нарочно это натворил. Важно, чтоб сразу ты правду говорил. Вот такой совет я дам, ты передай друзьям. Да! Он украл мой карандаш. Это правда? Ты уверен? Только правду ты скажи, нам скажи. Быть честным очень важно, знаю я. И если правду скажешь нам, мы простим тебя.
Вот карандаш. Все хорошо. Спасибо, что сказал нам правду. А вот и твой карандаш. Спасибо. Если хочешь ты порисовать, тебе карандаш я могу отдать. Вот такой совет я дам, ты передай друзьям. Да! Она сломала мою игрушку. Нет, это не я. Скажи правду, нам скажи. Да! Поскорей станем мы добрей. Будет веселей. Только правду ты скажи, нам скажи. Честным очень важно, знаю я. И если правду скажешь нам, случайно. Хочешь поиграть с моей игрушкой? Да! Отлично, ребята. Если неправду скажешь ты, извинись скорей. Так все исправишь и станешь ты мудрей. Вот такой совет я дам, ты передай друзьям. Да! Скажи правду, нам скажи поскорей. Станем мы добрей, будет веселей. Только правду говорим, мы всегда друзей, мы не обманем никогда. Скажи правду нам скорей, поскорей. Станет мир добрей. Да! Добро пожаловать на пожарную станцию. Ура! Поздоровайтесь с пожарным гидрантом Харви. Здравствуйте, Харви! Здравствуйте, дети! Вы знаете, что нужно делать в случае пожара? Ну ничего, я покажу вам. Безопасность очень нам важна. Безопасность людям всем нужна. Где-то пожар, на помощь я спешу. Быстро справлюсь, все скорее решу. Пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация. Если ее слышишь, уходи. Пусть огонь пожарный победит. Итак, если вы слышите пожарную тревогу, что нужно делать? Все верно. Безопасность очень нам важна. Безопасность людям всем нужна. Где-то пожар, на помощь я спешу. Быстро справлюсь, все скорее решу. В доме с огнем сидеть нельзя. Бегите на улицу, друзья. Нет, не прячься, себя спасай. Из дома скорее ты выбегай. Помните об этом. Не стойте на месте и не пытайтесь спрятаться в доме. Вместо этого надо... бежать на улицу. Да! Безопасность очень нам важна. Безопасность людям всем нужна. Где-то пожар, на помощь я спешу. Быстро справлюсь, все скорее решу. Дым везде, и мы ползем. Дым везде, и мы ползем. Нет, мы прямо не идем. Если дым везде, то мы ползем. Вы смогли проползти. Молодцы, ребята. Да! Безопасность очень нам важна. Безопасность людям всем нужна. Где-то пожар, на помощь я спешу. Быстро справлюсь, все скорее решу. Остановки ни к чему.
Объясню я почему. От огня ты убегай, вещи на месте оставляй. Теперь вы эксперты, как и я. Безопасность очень нам важна. Безопасность людям всем нужна. Где-то пожар, на помощь я спешу. Быстро справлюсь, все скорее решу.